Мэр Владивостока Константин Шестаков встретился с сотрудниками подрядной организации, которые ремонтируют Казанский мост по заказу РЖД. Раскопанная дорога, на которой нет рабочих и не ведется ремонт, справедливо вызывает негатив у жителей города, считает мэр. По словам подрядчика, с 15 апреля работы возобновятся и будут проходить в две смены. Работы на данный момент приостановлены по причине того, что было пересогласование проектно-сметной документации. Часть проекта была изменено. Сегодня у подрядчика есть вся разрешительная документация для того, чтобы приступить к выполнению данных работ на объекте. 15 числа заезжают сюда люди в количестве 25 человек. Значит, работа будет организована в две смены, днем и ночью. Двухсменный график, значит. Срок окончания работ по проезжей части ориентировочно, по словам подрядчика, у нас конец мая месяца.